Честно, такого волнения у меня не было вчера. У меня не было его даже сегодня с утра. Но когда я увидела, что висит платье, сидит моя подруга, и мама ходит с такими глазами, у меня потихонечку начался мандраж. Не просто переживаем, как от сердца отрываю. Любимая дочь ценнее человека для нас просто нет. Поэтому это наша душа, помыслы. Я думаю, что мы самые счастливые родители сегодня. Лишь по одной простой причине, что старший сын определился, мы счастливы. Я очень долго думал об этом, очень долго готовился, вот, и решил, как бы не банально это звучало, но на День всех влюбленных сделать предложение ей. Мне кажется, естественно, она подозревала это в какой-то степени, вот, но тем не менее. В принципе, он не дал мне время подумать, сказал, я не даю тебе времени подумать. Вот так вот. Конечно, времени не было, я сказала, да. Ксюша, я тебя очень люблю. Очень-очень люблю тебя. Не могу без тебя жить.